Валюйся, порыв, пошли, валюйся. Привет, Виталий. Панорамы снимаешь? Или не делаешь? Ну что ж, дорогие друзья, вы можете видеть уникальный момент, когда практически весь флот, который вышел сегодня на регату Бартбаш и на кубок Энергетика. Спортивного клуба «Энергетик», идет за нами. Это прекрасная картинка, друзья. Как видите, мы впереди планеты всей. За рулем пани Анна Волхова. Ты ради передачи. Наш кипер Саша Изар. Наш лучший шкипер. Мы его любим. Это должно быть записано. Лучший шкипер Анны Волховой. Саша Изар. Вот эта блондинка, которая сейчас работает на бицепс, отрабатывает красотка упражнения. Красотка Нинусик. Когда? Красотка Нинусик. Спины. Да, и спину также прорабатывает. Смотрите, две недели она уже не идет в спортзал. Но больше всего у нее работали мышцы лица, которые отвечают за улыбку. Смотрите, посмотрите на это счастливое выражение лица. Иля, наш кок. Человек, который не дал нам умереть сегодня с голоду. Там один, видишь? Сделал самые вкусные бутерброды. Вон так, вот так между берегом мы ее берем. Ага. Понижерию. Понижерию, ниже. Ну, а мы заканчиваем наш репортаж, потому что пора возвращаться в родную.